Добрый день, друзья! С вами, как всегда, я, Олег Дубовой, и я приветствую вас на канале «Пасека у реки». Ну вот и пришла осень. А раз пришла осень, значит, пришла пора делать заготовки на зиму. И наша семья не исключение. Хотя в этом году мы изрядно поволновались. Дело в том, что весна у нас была холодная и дождливая. То есть ее практически не было. Это было как осень. И мы думали, все. Все пропало, не будет урожая. Но пришла осень, и мы в шоке. Урожай такой, что мы такого еще и не видели. Мы просто не знаем, куда это все девать. Вишня, груши, яблоки, огурцы, перец, картошка, малина, клубника. У нас клубники до сих пор полно на огороде лежит, собирать некогда. Малины полно. Кабачки. Ну, в общем, всего не перечислишь. И урожай такой громадный, что переработать у нас просто не хватает времени и сил. И, конечно же, большой урожай у нас помидоров. Просто сумасшедший. Что мы только с них уже не делали. И сок сделали томатный, пасту томатную. Помидоры сделали зеленые, помидоры классические в бутлях, тоже очень любим. И не по 5, по 10 баночек у нас таких, наверное, банок 40 стоит. Ну, в общем, что только душе твоей угодно, то мы и поназакрывали. Даже понаходили новые рецепты, новые испытания делали. Но у нас есть один рецепт, который пользуется у нас особой популярностью. Дело в том, что с каждым годом мы закрываем по этому рецепту все больше, больше и больше, потому что наесться просто не можем. И этот рецепт, он тоже из помидоров, но, мне кажется, не по классическому рецепту, а вот кто помнит, раньше были в магазинах продавались бочковые помидоры. То есть соленые бочковые помидоры, которые имеют просто незабываемый вкус. И по такому рецепту мы все увеличиваем свои запасы в зиму. И этим рецептом я сегодня хочу поделиться с вами. Прежде всего нам понадобятся сами помидоры. Как я уже говорил, урожай у нас опана! Очень большой. Помидоров нам хватит. Вот, кстати, в этом году мы вырастили у себя на грядке помидор Черный Принц. Вкус просто неимоверный. Вот сидел бы и ел бы, сидел бы и ел бы. Райское наслаждение. И в этом году мы попробуем их еще и засолить. Значит, для этого рецепта выбирать помидоры надо упругие, без повреждений. И лучше всего, если они будут чуть-чуть недозревшие, чем перезревшие и мягкие. Дальше нам понадобится дубовая бочка. Но поскольку дубовой бочки нет, нас это не остановит. И у нас есть заменитель для дубовой бочки. Это пластиковое ведро. Данные ведра используются для пищевых продуктов. Я в них мед качаю, я в них квас делал, вина делаю. Ну, данные ведра неоднократно мелькают у меня в моих видео. И это я говорю для тех, кто противник пластика. И поверьте, за столько много-много-много лет мы живы, здоровы и вам того желаем. Итак, ведра есть, помидоры есть. Дальше нам понадобятся следующие специи. Начну с того, что не произрастает у нас на огороде. Это перец. Перец душистый и перец горошком. Классно пахнет. Лавровый лист. Ну, как бы из того, что у нас не растет, все. Теперь то, что у нас растет в большом изобилии. Это хрен. Корни и листья хрена. Дальше
чеснок, укроп. И для любителей острого, острый красный перец. Но в данном рецепте красный перец острый я применять не буду. Дело в том, что у нас 4 ведра уже стоит с красным острым перцем. Ну, а в нашей большой семье не все это любят. У меня дочка, жена и теща не любят острого. Поэтому мы данный рецепт будем делать без красного перца. Ну, а кто любит остренькое, как я, тогда как бы рекомендую туда еще порезать красный перец. Итак, дальше у нас листья черной смородины и вишни. Если нет вишни, можно одной черной смородины. Нет черной смородины, можно одной вишни. Ну, мы так делаем пополам. После берем ножик, хрен, чеснок, и все это надо нарезать. Хрен нарезаем тонкими полосками. Ну, я не буду занимать ваше время, вот тонкими полосочками нарезать. Чесночок берем, разрезаем на 4 части. Сейчас я это все порежу, чтобы не занимать вашего драгоценного времени, и вернусь опять к вам. Итак, хрен нарезан, чеснок нарезан. Приступаем к закладочке. На дно ложим листья хрена. Не забываем перед тем, как укладывать, все это тщательно помыть. Так, возникнут вопросы по пропорциям. Сколько ложить хрена, сколько чеснока, сколько перца. Значит, скажу так. Мы любим, когда открываешь ведро, а оттуда аромат, который прямо шепчет: съешь меня. То есть любим, когда продукт насыщен вот этими всеми специями. Поэтому мы на нем не экономим. Тем более, что я сказал, что все, что сюда закладывается у нас на огороде в изобилии, ну, за исключением лаврового листа и перца, которые стоят копейки. Так. Чесночок. Дальше. Перец. Листья вишни и черной смородины, лавровый лист, и укроп. Так. Еще укропчика добавим. Маслом кашу не испортишь. Так, все, готово. Теперь улаживаем помидоры. Помидоры, как я уже сказал, берем плотные и улаживаем их поплотнее друг к другу. Помидоры укладываем, как я сказал, плотно друг к другу. Отлаживаем, если чувствуется, что он мягкий. И в несколько слоев. Итак, помидоры мы уложили. Теперь повторяем нашу закладку специями. Все так же. Лавровый лист, хрен, укроп, корень хрена, чеснок и перец.
И опять улаживаем помидоры. Хочу еще раз напомнить, что если у вас не хватает спелых, упругих помидоров непорченных, лучше взять чуть-чуть недоспелые. Иначе в конечном результате ваши помидоры просто превратятся в кашу. Так. Поэтому мы долаживаем, видите, тоже бурыми, чтобы не огорчить себя впоследствии. Так. Вот, готово. Теперь сверху помидоры мы пролаживаем листьями хрена. Вот. Проложили и заливаем это все нашим рассолом. А для того, чтобы приготовить рассол, нам нужна вода, соль и сахар. Из расчета, если со специями мы ложим на свой, как бы, на свое усмотрение, кто-то любит меньше специй, кто-то больше, то в данном случае здесь строгая рецептура. 2 столовые ложки соли на литр воды и 1 столовая ложка сахара на литр воды. И все это мы заливаем. Воды надо столько, чтобы она покрыла полностью всю нашу закладку. Поэтому я пойду сейчас еще доберу воды, размешаю с солью и сахаром и долью наше ведро. Итак, воду мы долили. Кстати, по воде. Воду мы берем с колодца. Хлорированную с труб не рекомендуется. Дальше накрываем наше ведро вот такой чистой марлечкой. 2 слоя. Аккуратно все это накрываем. А чтобы в процессе настаивания не появилось здесь плесени, посыпаем горчицей. Обычная сухая горчица. И завершающий наш шаг — это груз. По грузу. Груз ложим такой, который бы не давал всплывать нашим помидорам, а не раздавил их в смятку. Все, накрываем крышечкой и опускаем в прохладный погреб. Ну, в принципе, что знал, рассказал, чем мог, поделился. Кстати, многие, наверное, заметили, что у меня на столе стоит прекрасная баночка помидоров. Рецепт просто обалденный, но времени на его у меня нету. Но данный рецепт вы можете узнать, если зайдете на канал «Сытный дом». Там много чего интересного и вкусненького. Ну, а у нас все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Олег Дубовой на канале «Пасека у реки». Всем пока, до новых встреч!